Итак, телеканал «Усадьба». Я всегда поражался на этом месте, именно вот это самое, номер этого канала. Я до сих пор не знаю до конца. Здесь была, которую я беспощадно критиковал, сёк, даже чуть ли не обзывал. Это был телеканал «Бобёр», да? Там обязательно брали старые, абсолютно изувеченные, они даже не старые, они просто больные, несчастные, покрытые мхами, лишайниками, деревья, так? И они на этих деревьях учили, им оставалось-то жить-то уже, на ладан дышат. И вот сменился канал, теперь это «Усадьба». Или просто тут, может быть, это кабельное телевидение, иногда каналы сами появляются, куда-то исчезают. Но вот на этом канале теперь вот она берет, и где у нее вот эти большие пальцы, вот эти. Теперь будет делать прививку. Ну какая может быть прививка на горизонтальной ветке? А не дай бог урожай. Если без урожая, ну еще ладно, поживет. А с урожаем-то? Разве можно это делать? А посмотрите на само дерево. Без сил смотреть нельзя. Вот это везде и всюду. Вот как будто нарочно выбирает самое страшное искалеченное деревья и начинает нас учить. Обратите внимание, я ничего не упускаю. Вот когда студенты будут экзамены сдавать по моим, потому что таких фотографий больше никого нет. Видите, проснулась веточка? Так вот ее уничтожат. Не имеешь права. А она-то и растет, вот эта замена. Это новая крона. Вот здесь бы надо уже отрезать. Согласны? Еще бы годик, и вот ее вертикально можно было бы привить. Вот. Вот такое замечание. Вот тогда студент уже может рассчитывать хотя бы на четверку. Потому что дальше идет. Зачем было? Вот понимаете, искалеченное дерево, страшная рана, еще раз. Я просто не хочу ничего упускать. Чтобы я студент и не хочу ответить на 5 с плюсом. Страшная рана. Так за каким ее белить? Ведь подбелка подразумевает защиту от солнечных ожогов и от морозобоев. За каким ее белить? Вот это уровень этих, и ведь это показывает на всю страну. Вы думаете, это все? Внимание, только держите за стулья. Вот это вот, хорошая дама, я их уважаю, женщин. Она, наверное, трудяга. Ну, принцип тот же. Мы все учились понемногу. Вы знаете, она стоит на стременке, на самом верху. Стоит, шатается или жива. Вот, и решила диковинное дерево сделать. Все, с нуля. Вырезаны все побеги, все ветки отрезаны, дерево изувечено до нуля. Теперь знаешь, что она будет делать? Вот эти вот поливать. А она, так вообще она не знает, это же не скелетные ветки. Это плодовые ветки. Это плодовые ветки. Видите, какой уровень? А я все время говорю, на мои ученики, те, которые мозги как бы у них устроены так же, как у меня. Вот. Они могли бы давно заменить их. Вот, есть такой Владислав Кудасев, агроном, так и написано, это я скопировал. Владислав Кудасев, это агроном и ведущий телеканала «Консультант садовода» и телеканала «Усадьба». Вот, и вот знаете, что дальше? Вы думаете, я сейчас буду возмущаться, ругаться? Нет, просто у него, видимо, помощника лучше не нашлось. А он сам действительно... И агроном, и ведущий. И вот когда я написал, когда от меня ученые-агрономы шарахались, как от чумы, было дело, что он сделал, сказать? Сейчас увидите. Вот, вот он, консультант садовода, вот он, видите? Вот. Вы думаете, что я его сейчас скажу, да что там, да все не так, да все неправильно? Нет, ребята. Нет. Вот это... Садоводство по Железову в Ютубе, видите? А вот эти 6 фильмов он снял в моем саду. Добротные фильмы, великолепные фильмы. Я сам был удивлен, неужели это я? Вот примерно вот так, понимаете? Вот. Вот. Я почему говорю?
Я надеюсь, как. Я пробовал найти его. Да, мы с ним расстались несколько лет назад. Исчез давно телефон его. Он был ведущий к Кемеровскому телевидению. Возможно, сейчас он там. Но телеканал «Усадьба» в Москве. Я бы очень хотел. Кстати, видите, тот самый случай, мечта сбылась, когда ветки у меня прямо над головой висят. Вот. Или, например, еще покажу. Вот еще вообще не может быть никогда. Вот. А здесь не все. А нет, вот здесь интересно. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир. Вот он. А ну как он себя назвал, секунду? Вячеслав Кондачев, наш передача. О, Вячеслав Кондачев. Вот они, персики. Вот теперь, может быть, каким-то образом ее найдет. Вячеслав, мы старые друзья, мы столько фильмов сняли, мы столько секретов раскрыли. Сейчас на телеканале «Усадьба» идут месяцы, еще не годы, я его недавно увидел. То, что у меня на краю. Ну надо же как-то, и меня уже, ладно, я уже не вышел на 72 года. Но мои-то молодежь, возьми их этот, ты настолько талантлив, потому что вот это снять... И не побояться, потому что это запрещенный сад. Его нет, это миф. Это снится вам. Вы ничего не видите сейчас. Не может этого быть, персик. Вячеслав, или сейчас как бы не ошибиться. Я просто выбрал момент. Владислав, Кундасев или Кундасев, пожалуйста, вот, забирайте это самое моих ребят как специалистов. Если Москвы. Там Макаров, он делать не будет. Там талантище Макаров. Там Козел талантище. На Урале. Пусть Сергей, он вряд ли моложе меня. Вот. Этот самый уникальный садовод уральский. Сергеев, так. Николай Георгиевич. Вот. А еще Железов, а еще мой сын, а еще моя духовная дочь Елена Александровна Савинч. А еще. Вот. Пусть тоже там, допустим, Алексейка не молод. Но это не значит, что они уже не годятся никуда. То есть это называется сплав молодости это. Вот я ради этого вот это рассказал про Елену Александровну Савинч. Показал, что вот так вот, понимаете? Ну, на каким чертом били дерево? Ну, кто-нибудь задавался вопросом, что обязательно, сколько я вам показал, десятки фильмов, вот так снятых с экрана, десятки этих самых статей с этих, вот, там, с интернета, там, с Яндекса, отовсюду. И везде старые скалеченные деревья вот с такими ранами, не преувеличиваю, помните, я вам показывал? Еще покажу. Белят. Уже только это. А сейчас дальше еще будем говорить об этом. Господи, хоть бы нашелся, Владислав. Нет у меня ни телефона, ни электронного адреса. Ну, не может быть, чтобы он меня не помнил. Кто еще в Сибири мог его персиками угостить? Неукрывным, вы уже видели. Вот я про него и написал. Талантище, когда от меня ученые-агрономы шарахались как от чумы, ну а дальше вот...